Фонтан «Лоси и олени» на Лыбедском бульваре начали ремонтировать. Напомним, что этот фонтан появился во времена СССР и работал он вплоть до 2012 года. На рубеже нулевых десятых годов 21 века он начал сильно страдать от рук вандалов, которые уничтожали скульптуры и оформление фонтана, а также иногда бросали в него качели с детской площадки, расположенной по соседству. В результате этот фонтан с 2008 года работал далеко не всегда, а потом и вовсе перестал работать и находился в плачевном состоянии. Ремонтировать его начали в рамках реконструкции Лыбедского бульвара, в рамках которой уже починили еще один фонтан возле цирка.